Добрый день, с вами Юргевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Ге. Снимаю сегодня видео на фоне дерева грецкий орех. Сейчас как раз сентябрь месяц в Европе. Так же, как и в России на юге, созревает грецкий орех. Как вы все прекрасно знаете, это замечательный орех, который дает очень много витаминов, полезных веществ нашему организму. Вот таким образом растет грецкий орех, и здесь он уже созревший. Расскажу еще, как чистят грецкий орех. Грецкий орех открывается вот таким вот образом. Зеленая вот эта очень горькая верхняя кожурка. Когда он уже созревший, она очень хорошо открывается и остается тот грецкий орех, который мы привыкли видеть в магазинах в продаже. Посмотрим, что там. Вот здесь уже молочный орех. Тот, который вкусный, натуральный. Только что с дерева, как говорится, снятый. Полезный. Вот. Желаю вам приятного аппетита. Такое наблюдение. Если грецкий орех внутри имеет вот такую темную кожурку, практически темно-коричневого такого кофейного цвета. Она довольно-таки сладкая. Сам орех сладкий, и эта кожурка не горчит. А если, другой пример, если орех вот такой вот, ой! Этот не... Вот сравните по цвету две. Два ореха, две кожурки. Одна и другая. Вот которая более светлая, она горчит сильнее. Тот сок, который выделяет вот эта зеленая кожура, он окрашивает руки в коричневый цвет и очень плохо отмывается. Держится по 3-4 дня. Поэтому применяйте перчатки при очистке грецкого ореха. В Греции есть такая поговорка, она пришла еще из Древней Греции. И греки часто говорят, можно услышать, «Тройте фрукта стен эпохинтус», что означает «Ешьте фрукты в то время, когда они созревают». Именно в тот период, когда они созревают. «Кексирус карпус» – это как раз орехи, семечки, также кушайте в то время, когда созревает. Ну, есть в этом житейская мудрость. Если у вас есть возможность посадить дерево, которое в будущем даст вам прекрасный урожай орехов, фруктов, неважно каких, те, которые хорошо будут произрастать в вашей местности, делайте это, пожалуйста, потому что это так прекрасно, то, что дает нам природа, это ни с чем не сравнимо и ничем не заменимо. А с вами была Георгиевская Татьяна. Желаю вам вкусных и полезных фруктов, овощей и орехов на ваших территориях. И до новых встреч. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.